자여라타 마다바 공자베하리 마다바 공자비하리 그리고 고피 자나발라바 히리바라다 Janabalaba Giribaradhari Janabalaba Giribaradhari Yashodanandana Praja Janaranjana Yashadanandana Braja Janaranjana Yamuna Teravanachari Yamuna Teravanachari Kunjabihari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Gopi Janavalaba Giribaradhari Jaya Hopi Janavalaba Giribaradhari Janaranjana Yashadanandana Braja Janaranjana Yamuna Tera Vanachari Ravanachari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Radha Madhava Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
주시나 하리라네 하리라마 하리라마 라마 라마 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannath, Jagannath Jaya, Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada. Джаганат Баладев Субхадра Ки Джай. Нитай Гаура Премананде. Грантарач Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай. Вся слава собравшимся преданным. Харе Кришна. Харе Кришна. Доброе утро, дорогие преданные. Харе Кришна. Меня попросили, да, служить вам сегодня.
Не знаю, будет ли это завтра, посмотрим. Я хотел бы тоже послушать преданных утром. Посмотрим, да, удастся ли мне убедить организаторов. Меня, да, поставили 3 дня подряд читать лекции по Бхагаватам. Вот, тема, которую меня спросили преданные, какую тему, так сказать, я мог бы попытаться раскрыть. Я сказал, ну, давайте о заботе о преданных поговорим, что там. Вот, и сегодня думаю о том, забота о преданных — это очень такое большое понятие. Вот, и я, может быть, попытаюсь затронуть какие-то элементы из этого, может быть, важные, существенные. В 97 году Шрила Радханат Махарадж, помню, приехал к нам в Россию. В то время уже был такой достаточно... 98 год даже, наверное, 98, да, он читал семинар там на... Нет. Как это звало? На беговой. Забыл уже, да, беговая. На беговой он читал. Были там, да? Тоже не день пати, правда. Да, мы тогда все собрались. Я помню, для всех был как такой, как глоток свежего воздуха, да, то есть, что интересно, самое большое оживление началось тогда, когда Радханат Махарадж начал рассказывать о разных комитетах служения, которые преданно делали, но он все время говорил, но это не главное, это уже следствие. Главное — это то санга, которое у них возникло в общине преданных между преданными. И уже исходя из этой санги, у преданных было вдохновение делать разные комитеты служения, заботы о преданных. То есть так возникла, естественно, какая-то социальная забота также о преданных вокруг общины. Вот. И мне хотелось бы сегодня, да, поговорить об этой существенной вещи, откуда появляется эта энергия и вдохновение служить друг другу у преданных. Потому что часто, часто мы сталкиваемся с тем, что преданные как-то, да, дистанцируются, наоборот, друг от друга. И наша задача как лидеров — помочь проявить такую атмосферу, в которой бы преданные могли повернуться друг к другу и уметь выстраивать глубокие духовные отношения. И исходящее из этого вдохновение и желание, да, то есть позаботиться о дорогих ему вайшнавах вокруг, то есть это то, что создает в общине атмосферу заботы. То есть это не что-то искусственное. То есть мы можем создать какие-то способы искусственной заботы о преданных, там, не знаю, деньги собирать, еще что-то. Но все время это будет очень трудно и практически малорезультативно. Преданные все равно будут чувствовать себя незащищенными, если нет этой существенной составляющей между преданными, этой атмосферы, в которой... Харе Кришна, в которой, да, они будут чувствовать себя защищенными именно как душа, да, то есть как духовные личности. Я выбрал сегодня текст из 11-й песни Шримад-Бхагаватам. Мне очень нравится этот текст. Я его часто, да, цитирую преданным и сам медитирую на него. Это 11-я песня, 3-я глава, текст 30. Да, вот он на доске. Давайте повторим его. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Ом намо Бхагавате. Нараянам намаскритя, Нараянам намаскритя, Нарам чива нароттамам, Нарам чива нароттамам, Девим сарасватим вьясам, Девим сарасватим вьясам, Тато джая мудирает, Тато джая мудирает, Нашта праеша бхадришу, Нашта праеша бхадришу, Нитья бхагавата севая, Нитья бхагавата севая, Бхагавати Йоттама Шлоке, Бхагавати Йоттама Шлоке, Бхактир Бхавати Наштики, Бхактир Бхавати Наштики.
Параспара, параспара, Ануканханам, Ануканханам, Паванам, Паванам, Бхагават, Бхагават, Яшаха, Яшаха, Мидхаха, Мидха, Ратихи, Ратихи, Мидхаха, Мидха, Туштихи, Туштихи, Нивриттихи, Нивриттихи, Мидхаха, Мидха, Атманаха, Атманаха. Параспарану катханам, параспарану катханам, паванам бхагават яшаха, паванам бхагават яшаха, митро ратир митхастуштир, митро ратир митхастуштир, невриттир митха атманаха, невриттир митха атманаха, параспарану катханам, параспарану катханам, Паванам Бхагават Яшаха, Паванам Бхагават Яшаха, Митхо Ратир Митхастуштир, Митхо Ратир Митхастуштир, Нивриттир Митха Атманаха, Нивриттир Митха Атманаха. Пожалуйста. Параспарану Кандханам, Параспарану Кандханам, Паванам Бхагават Яшаха, Паванам Бхагават Яшаха, Нивритирмитхастуштир. Невритирмитха атманаха. Вайшнави, пожалуйста. Параспарану катханам. Паванам Бхагават Яшаха. Нидхоратирмитхастуштир. Нивритирмитха атманаха. Параспарану катханам. Паванам Бхагават Яшаха. Нидхоратирмитхастуштир. Нивриттирмитха атманаха. Параспара. Совместное. Анукатханам. Анукатханам. Обсуждение. Паванам. Очищающее. Бхагават. Верховного Господа. Яшаха. Славы. Мидхаха. Взаимное. Ратихи. Нежная привязанность. Мидхаха. Взаимное. Туштихи. Удовлетворение. Нивриттихи. Избавление от материальных страданий. Мадхаха. Взаимное. Атманаха. Души. Души. Нет, души. Души. Души, да. Перевод стиха. Человек должен научиться общению с преданными Господа, встречаясь с ними, чтобы вместе воспевать славу Верховной Личности Бога. Никакой другой метод не обладает таким очищающим воздействием. Развивая между собой теплую дружбу, преданные испытывают счастье и удовлетворение. Воодушевляя друг друга, они обретают силу отказаться от чувственных наслаждений, которые являются причиной всех страданий. Комментарий. Как замечает Шрила Шридхарасвами, те, кто в значительной степени развили в себе сознание Кришны, не должны завидовать друг другу или затевать ссоры. Оставив все эти мирские привычки, они должны собираться и воспевать славу Верховного Господа. Это поможет им очиститься.
Шрила Вишванатха Кварти Такур напоминает, что прославление Верховного Господа обладает особой силой, когда в этом участвуют чистые преданные. Когда преданные погружаются в санкиртану, воспевая вместе славу Господа, они испытывают высочайшее трансцендентное счастье и удовлетворение. Тем самым они побуждают друг друга отказаться от материальных удовольствий, основой которых являются недозволенные половые отношения. Преданный обращается к своему другу. «Я вижу, ты отказался от чувственных наслаждений. Раз так, то с сегодняшнего дня я тоже перестану заниматься всем этим». Следует учиться тому, как усиливать свою любовь к преданным, как доставлять им удовольствие и как отказываться от объектов чувственного восприятия, бесполезных в служении Кришне. Кроме того, нужно пытаться воспринимать всю Вселенную как инструмент для служения Господу. Привязанность к объектам чувств исчезнет сама собой, если использовать эти предметы в служении Кришне. А проводя все свое время в кругу преданных, можно испытывать всевозрастающий трансцендентный экстаз, если обсуждать с ними Шримад-Бхагавату и Бхагавад-гиту. Поэтому всякий, кто хочет избежать соблазна майи в виде чувственных наслаждений, должен постоянно общаться с чистыми преданными Господа, которые слушают исключительно повествование Господи, славят только Господа и выполняют на земле только Его миссию. Шрила Мадхавачарья говорит, что дружбу следует развивать не только с преданными, но и с полубогами, управляющими Вселенной от имени Господа. Так человек сможет жить в этом мире, не зная тревог. Параспарану катханам паванам бхагават яжаха митхо ратир митха стуштир невриттир митха атманахам. Человек должен научиться общению с преданными Господа, встречаясь с ними, чтобы вместе воспевать славу Верховной Личности Бога. Никакой другой метод не обладает таким очищающим воздействием. Развивая между собой теплую дружбу, преданные испытывают счастье и удовлетворение. Воодушевляя друг друга, они обретают силу отказаться от чувственных наслаждений, которые являются причиной всех страданий. Ом агьяна тимиранхасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам ена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манопиштам стапитам ена бутале сваям рупакада махьям дадати свападантикам джай ши кришна чайтанья прабу нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Бринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Рама Рама, Харе Харе. Так, в материальном мире живые существа, вступая или попадая вот в это настроение борьбы за объекты наслаждения, по сути дела, проявляют в своей жизни культуру зависти. Да, то есть если кто-то обладает большими возможностями, то есть я завидую ему. Если кто-то обладает меньшими возможностями, я презираю. Да, то есть такая, или я смотрю свысока. И так живые существа, они вверкаются, по сути дела, в постоянную борьбу, противодействие и чувствуют себя все более и более несчастными в материальном мире. То есть чем больше проявлена культура зависти, тем более люди несчастны. Вот. И вот эта идея, что счастье принесет расширение наслаждения чувств, является разрушительной идеей для человеческого общества, потому что, гонясь за этой, за реализацией этой идеи, живые существа ввергаются как раз вот в эту культуру зависти, борьбы и, по сути дела, остаются в глубоком внутреннем одиночестве. И вот мы уже живем в такой среде, то есть большинство людей живет именно в таком сознании, то есть они борются друг с другом, завидуют друг другу.
Вот, и даже в своей собственной семье, даже близкие люди, они испытывают даже друг другу какую-то зависть. Значит, поэтому это проявляется в виде претензий. Почему ты сделал это, почему ты это не сделал, почему ты то, почему это, почему третье. И так возникает, да, атмосфера, в которой невыносимо жить. Поэтому семьи разваливаются, люди сталкиваются друг с другом. Вот. И соответственно, когда люди соприкасаются с духовным посланием, с чистым духовным посланием, у них появляется, да, какое-то вдохновение. Они думают, да, вот здесь, похоже, все по-другому. Да? То есть приходят в общество преданных. Но если в обществе преданных они сталкиваются тоже с, ну, вот этой культурой какой-то соперничества, да, или культурой, так сказать, борьбы тоже за превосходство какое-то, культурой зависти, да, то есть это очень сильно, ну, ранит людей. Либо они уходят, либо подстраиваются, да, под систему, пытаются тоже жить, так сказать, пытаются занять положение какое-то. Конечно, в такой атмосфере человек никогда не будет чувствовать себя защищенным. Какую бы заботу ему ни оказывали, может сделать различные, так сказать, способы, там, не знаю, защиты какой-то, социальной, еще решение каких-то проблем. Но если человек внутри не чувствует себя частью семьи, где он может быть самим собой, да, то есть без каких-то масок. То есть, по сути дела, это культура зависти, то есть заставляет людей одевать маски. Да, то есть можно одеть маску на воскресную программу, да, то есть прийти. Мне все хорошо, да, Харе Кришна. Главное, чтобы не заметили, что у меня там внутри, да, что-то не то. Все у меня хорошо. Поэтому мы удивляемся иногда. То есть человек многие годы мог быть в нашем движении, служить, и вроде бы все время улыбаться на воскресных программах, потом вдруг раз, и что-то с ним произошло, и все так удивляются, как это могло произойти. Но никто же не знает, что у него внутри происходило все это время. Да? То есть никто... Потому что ему приходилось, да, изображать из себя. К сожалению, эта культура, это культура извне привносится, это не вайшнавская культура. То есть, но по инерции, приходя, люди, они приходят, они все уже избиты, изранены. Они в этих масках, да, то есть и они боятся, да, открыть свое сердце. И, конечно, задача нас как лидеров заключается в том, чтобы проявить такую атмосферу, в которой бы люди захотели снять свои маски. И, ну, как бы начать... Да, открыто общаться. Это не означает, что они друг на друга начнут выливать, что у них там, какие у них там эгоистические желания внутри, там, вожделение, там, еще что-то. Нет. Они откроются друг другу своей истинной сущностью, да, то есть истинная сущность каждого из нас — это быть слугой Кришны, быть учениками. Это наша вечная природа. Учиться, развиваться, быть слугой Кришны. Вот, и если удается в общении проявить вот атмосферу, в которой преданные общаются как искренние ученики, да, которые работают над собой, которые могут сказать, над чем я работаю, да, вот с чем я сталкиваюсь, что я сегодня узнал, да, в книге Шрилы Прабхупады. Это очень, ну, располагающая такая атмосфера, и когда преданные ценят то, что мы делимся ученичеством и прославляют нас за это, хотя преданный может делиться своими какими-то, ну, сложностями в духовной жизни, да, то есть он, как он работает над этим. Вот, преданные говорят, такой искренне преданный вообще. Но в культуре зависти все скажут, а, так он оказывается падший, да, то есть начнут указывать на это, и преданный сразу раз и закроется, да, то есть все. Он уже как бы, ну, понимает, что в этом обществе нельзя так слишком открываться. Потому что тебя сразу начинают колоть. Вот если это происходит, то вообще не начинается такая напряженная атмосфера. Все вроде бы улыбаются, но присутствует, ну, как бы энергии нету, да, то есть нету энергии, живой энергии, бхакти нету. И каждый начинает сам делать свою пуджу, да, то есть вот свою, как бы, свое служение Кришне. Хотя на самом деле, ну, совместное, да, то есть санкиртана, мы можем совместно служить Кришне, прославлять его.
Поэтому очень важно вот буквально обучать преданных этой культуре ученичества, да, то есть культуре совместного служения, культуре совместного развития в духовной жизни. И, конечно же, эту культуру задают прежде всего лидеры, да, в общине, поэтому для нас очень важно понять, как это делать. Иногда возникает такая ситуация, что лидеры тоже начинают играть как бы роль. Да, то есть нужно сыграть роль старшего сегодня. Вот мне, да, нужно лекцию прочитать, чтобы как-то впечатлить всех, чтобы все поняли, что я тут старший. Да. Нужно найти какую-то историю, которую еще никто не слышал. Да, и вот и фактически, да, ну, происходит такая игра тоже. Лидер тоже одевает маску, да. И вот так, да, так может тоже возникать. Но это вполне нормально, когда лидер приходит и говорит: преданный, мне сегодня вот нужно давать лекцию, но я чувствую вообще как-то вот нету вдохновения, да. Но я надеюсь от вас вдохновиться, давайте вместе пообсуждаем. Это нормально, на самом деле, вот в культуре ученичества. Вот смотрите, Шрила Прабхупада здесь пишет, и... То есть если лидер приходит как ученик тоже, да, то есть он тоже учится вместе с другими, возникает естественно. Это на самом деле происходит в этот момент обучение преданных, что можно, оказывается, быть без маски, да, то есть и быть естественным. Вот это, конечно, очень непросто, да, создать такую культуру, когда есть привычка, ну, выставлять себя лучше, чем ты есть, показывать, да, что я, ну, бороться за превосходство даже в обществе преданных. Вот. Но это наша задача. То есть если нам удастся проявить такую атмосферу, в этой атмосфере преданные будут очень быстро прогрессировать. Потому что суть-то процесса бхакти сарвупадхи винир мукта тат паратвина нирмала хришикена хришикена севанан бхакти вручаты. Сарва упадхи, то есть все упадхи, все вот эти маски должны быть сняты, да, в процессе преданного служения. Все это должно происходить. Как же это делать? Да? То есть, когда преданные собираются вместе, очень хорошо, когда есть какие-то небольшие группы преданных, где они учатся, да, этой культуре, как открыто обсуждать с разных точек зрения наставления Шрилы Прабхупады. То есть преданные садятся и обсуждают это. И они делятся, вот я тут читаю, прочитал вот эту вещь, это натолкнуло меня на такие мысли. А другой преданный говорит: а я вспомнил такую историю. А, то есть они начинают делиться. И вот в этот момент происходит, то есть преданные начинают соприкасаться друг с другом не как вот тела, да, или умы, а как вот искренние ученики. То есть они начинают чувствовать душу друг друга. И вот это пространство становится очень ценным. То есть люди начинают тоже как-то размягчаться, сердце у них таять. Тушьянти, да, здесь говорится, они испытывают глубокое удовлетворение какое-то такого общения. И в какой-то момент они начинают расслабляться и переставать вот, ну, играть вот эти вот какие-то роли, и все больше и больше начинают открываться. Преданные могут делиться, чем, что они сейчас, что у них происходит в сердце, что им дало, например, это обсуждение. Да, то есть они могут поделиться: вот сегодня было ценно это, сегодня было ценно это. Вот. Это кажется, ну, с одной стороны, чем-то таким простым, и даже поначалу может казаться чем-то искусственным. Но на самом деле это естественно, как преданные могут обсуждать, да, то есть изучать совместно наставление нашего ачарьи. Вот что означает обучаться, знаю, культуре Бхагаватам или изучать Шримад-Бхагаватам под руководством Шрилы Прабхупады. Да? То есть Шрила Прабхупада дал нам руководство, дал нам комментарии, написал. Мы можем вместе собираться и обсуждать, да, это под руководством. Да, в Бхагавад-гите есть этот знаменитый стих «Мачита мадгата пранах бодхаянтах параспарам катхаянтащам нитям тушьянти чараматича». Да, это перекликаются эти стихи, о том же самом, да, говорится, о том, как живут чистые преданные. То есть таких преданных уже называют чистыми. Почему? Потому что у них вот есть эта чистая позиция, искренняя ученическая позиция. Их жизнь посвящена служению Кришне.
их сознание сосредоточено на то, чтобы постигать Господа, да, то есть и развиваться в духовной жизни. И они испытывают огромное удовлетворение и блаженство, просвещая друг друга и беседуя о Кришне. Вот. Это, ну, такая большая задача, да, то есть проявить такую атмосферу. И, конечно, ну, все исходит от лидера, то есть какую культуру, ну, мы как лидеры, да, будем устанавливать в обществе. Мы сами это имеем такое общение, сами мы стремимся, да, так общаться. Или мы приходим только на свои лекции, да, то есть иногда так Лена говорит. Я прихожу на лекции по Бхагаватам, на свои, да. Да, такое бывает, да. Вот. Но я часто привожу тоже этот пример. Мне поделился один преданный во Вриндаване. Вот это, я сейчас не помню точно, кто это был. Кто-то из наших русских преданных. Он увидел, как однажды Гопи Парамананда Прабху, ну, один из лучших наших знатоков Бхагаватам, то есть он практически изучил все комментарии, Бхакти Сандарпи перевел. Он открыл первую школу Бхагаватам на Говардхане, да, то есть, и он, вот он приехал однажды во Вриндаван, это было зимой, и в это время не было каких-то таких, ну, старших преданных, поэтому Бхагаватам давал брамачари из ашрама. Вот, и вот он приехал, ученик Прабхупады, да, то есть такой знаток санскрита, знаток комментариев, ачарьев. То есть, и он просто пришел и сел и начал слушать Бхагаватам. И этот преданный сидел всю лекцию и думал, какой интерес он испытывает слушать этого преданного, который не знает комментариев ачарьев. Ну, он просто дает вот что-то, что-то он знает, вот он там пытается комментировать. Вот. Потом началось обсуждение, Гопи Парамананда Прабху тоже задавал какой-то вопрос. И он все больше и больше удивлялся. Какой ему интерес вот учителю Бхагаватам, да, сидеть и изучать это? И он после лекции набрался смелости, подошел к нему и спросил, а какой вам интерес вот изучать Бхагаватам? Вы знаете комментарии, ачарьи и все остальное, вот, ну, от какого-то начинающего преданного. Ну, это был инициированный, конечно, преданный, но с точки зрения школы Бхагаватам он был начинающий. То есть он еще не знает комментарии в ачарьи, ничего, вот он просто читает текст. И он очень интересно ответил, а я не слушаю Бхагаватам, я служу Шримад Бхагаватам. Нитья Бхагавата Сева, мы даже каждый день служим Шримад Бхагаватам. Я просто служу, да, я сел и служу. Вот это такая, да, смена парадигмы. Он здесь жил на третьем этаже, когда мы были детьми, и мы... Да, он жил здесь тоже. Мы спорили до утра, бывали, по философии. Да, то есть это, ну, важная вещь, да, то есть когда преданные видят, как, ну, их лидеры тоже стремятся к такому открытому общению, они тоже, ну, размышляют, делятся, они тоже слушают с интересом других преданных. Даже очень интересно услышать, как младший преданный понимает эту тему. Шрила Прабхупада тоже любил, он иногда просил преданных говорить, слушал. Да, как они говорят, и вдохновлялся, да, от преданных. Вот. Поэтому, если мы сами культивируем это ученическое настроение в нашей духовной жизни, стараемся быть, да, ну, как искренне учиться, вот, учиться у преданных в том числе, да, слушать. Это очень, это то, что задает культуру в нашем обществе, культуру ученичества. Если же мы, как лидеры, будем все время изображать из себя кого-то, кто обязательно должен подчеркнуть свое, ну, превосходство над другими, да, то есть вот показать, что я тут как бы главный, то преданные тоже будут перенимать эту же культуру. То есть в какой-то момент против вас начнется бунт. Да, то есть так это происходит. Потому что они тоже будут говорить, я уже лучше знаю что-то. Да? То есть и начнется соперничество. Вот. Это тонкие, как бы, вещи, которые, ну, мы можем транслировать. Да? То есть, что мы транслируем, когда мы общаемся с преданными? Вот это вот важная вещь, потому что люди перенимают именно качество. То есть, знание — это качество, которое мы проявляем в нашей духовной жизни. Вот. Ну, это как некоторые мысли для нашего обсуждения. Я не хотел бы сегодня тоже говорить, хотелось тоже пообсуждать эту тему вместе. То есть, как проявлять такую атмосферу, в которой преданные захотят открываться друг другу. Вот то, как это описано, что этот метод очень очищающий.
наиболее очищает. Никакой другой метод, говорится, не обладает таким очищающим воздействием. Знаете, пришел на преданных, на сангу преданных, и ощущение, как будто ты омылся во всех святых местах. Да, то есть, может, такой вот, ты после этого летаешь просто, летишь. И сознание как будто бы, вот, знаете, просветлилось. Да, вот это один эффект. А другой эффект пришел, и такое ощущение, что ну, как бы тебя тут облили да, какими-то помоями, да. Вот, и ты уходишь, да, и думаешь, боже мой, как бы, может, мне лучше, да, своей пуджей заняться просто. Это тоже может быть такой эффект, да, если преданные обсуждают какие-то сплетни или ну, нездоровые вещи какие-то проявляются, соперничество, споры какие-то, да, то есть, которые истощают энергию преданных. Вот, поэтому этой культуре совместного обсуждения, да, то есть, очень важно учиться. Проявлять ее в общинах преданных. Если такие очаги санги преданных начнут проявляться, то у преданных начнут появляться энтузиазм, они будут делать все, чтобы защитить эту сангу от разрушения. А разрушить ее могут разные материальные вещи, болезни преданных. Поэтому преданные будут думать, так, болезни преданных забирают от нас наших членов санги, так нужно как-то защитить этих преданных. Да, они начнут создавать какие-то комитеты по защите преданных. Ну, врачи, они захотят да, лечить преданных. Преданные, которые умеют что-то еще, то есть они предложат такое служение преданным, чтобы защитить да, преданных, чтобы сохранять эту сангу. Так возникает вокруг этой санги возникает социальная забота о преданных. Это то, как община да, растет. Я помню, Рананда Махарадж нам пытался это донести. То есть, когда он начал об этих комитетах рассказывать вокруг как бы, вот этой общины ихней, все очень воодушевлились, начали задавать вопросы, там все. И он нам все время говорил, но это не главное, это уже следствие. Главное, да, это возникшая санга между преданными, вот эта культура, когда преданные ну, открыто могли обсуждать, поддерживать друг друга, делиться вот этими реализациями. Я помню, когда мы, по-моему, Примят Вапрабху тоже там был в этой группе, когда мы приехали с Госвами Махараджем, группой нашего члена национального совета, туда, в Чхаупати, и мы пришли, помню, в больницу Бхактивиданты. Был туда, да? Нет. В общем, мы смотрели, как у них вот эти вот уже эти социальные проявляются формы, что ли, служения в общине. И я помню, мы ждали директора больницы, он был с утра занят, и вначале он устроил, чтобы нам экскурсию показали, провели по больнице, а потом уже мы пришли в его кабинет, он с утра у него был такой, ну, как интенсив, и он такой забегает весь такой, знаете, как, ну, кучу вопросов надо было решить организационных. И обычно человек, когда такому этом самому начинает там что-то плакаться, ой, там, то и все. Он такой раз, как будто бы скинул это все из тела и сказал, вы знаете, сегодня в Шишапанишат прочитал. И у нас резко так раз, и Кришна Катха пошла. И мы так начали что-то делиться, обсуждать, он что-то начал тоже спрашивать. И такое нектарное общение начало происходить. И я помню, я так удивился, то есть как он из вот этой вот ну, очень интенсивной да, организационной деятельности резко переключился на Кришна Катху с преданными. И видно, что это вкус, который они культивируют вот, в своей духовной жизни. Поэтому, встречаясь с преданными, они умеют общаться с преданными. То есть они сразу начинают как бы, вот, проявлять эту атмосферу, и там все сразу начинает очищаться, решаться. Да. Вот, это был очень интересный да, пример, вот, как бы соприкоснуться, да, то есть как они это делают. Вот. Ну, вот, наверное, это первое, что я хотел бы ну, сегодня как поднять на наше обсуждение, каким образом, да, проявлять такую атмосферу, как, почему ну, такая атмосфера может не проявляться, да, то есть в общении, то есть что происходит, то есть это такая, то, над чем надо размышлять, почему. Харе Кришна. Пожалуйста, если кто-то хочет что-то добавить, может, старший преданный здесь есть тоже. Микрофон, да. Харе Кришна. Да, пожалуйста.
Хари Кришна, клон преданный. Спасибо большое за нектарную катху, за ваше служение. Действительно, спасибо, что напомнили, что мы все здесь служим Бхагаватам. По поводу темы, очень важная тема, и хотела бы, знаете, в какую сторону поразмышлять, здесь столько старших преданных собралось, и тема актуальная. По поводу, вот именно как проявить эту атмосферу, такая мысль пришла, что, может быть, мы начинаем, вот как этот стих, да, он очень нектарный, здесь говорится об отношениях с преданными, и видится такое, что это уже какой-то уровень достаточно высокий, мы с него начали говорить, а как будто мы предварительный какой-то момент не обсудили, потому что, чтобы, ну, допустим, обсуждать какие-то нектарные темы, чтобы возникло доверие, должны быть какие-то предварительные правила, да, по которым мы собрались и разговариваем на эту тему. Ну, простой пример. Если, допустим, собрались трое, да, один из которых следует всем принципам, он действительно в своей жизни старается избегать оскорблений и каких-то предварительных принципов тоже придерживается, а другой вор, и он считает, что нормально воровать, ну вот у него такие принципы в жизни, он, а другой, например, изменяет в своей семье и считает, что нормально изменять. И вот они втроем пытаются как-то устроить Кришна-катху. Ну, наверное, ничего не получится из этого, у меня такое ощущение. Даже если они попытаются говорить о Кришне, но вот этой атмосферы какого-то доверия вряд ли возникнет. То есть, наверное, вот то, о чем здесь идет речь, здесь уже какие-то преданные, которые приняли предварительные правила в своей жизни, следуют им, и на этом фундаменте идет дальше обсуждение. Вот. А в общинах у нас разные уровни преданных. Кто-то пришел только вчера, и если это какая-то изолированная община, то, конечно же, это проще создать, потому что туда есть отбор. А если это, допустим, воскресная программа, когда на нее пришли и старший преданный, который всю жизнь посвятил служению, он сидит, служит, кто-то, кто под интоксикациями бывает, приходит, сидят, слушают и так далее. То есть вот этот момент, да, применительно, может быть, к нашей реальности тоже обсудить хотелось бы. Как в этом случае нам все-таки создавать эту атмосферу, чтобы никому не обидно было при этом, да, что, ну, ощущение такое, что все-таки должны быть какие-то, ну, вот, группа преданных, которые действительно, вот они уже следуют, они служат. Есть форматы другие, наверное, да, и всем это должно быть как-то понятно и не обидно. Не знаю, понятно ли преданные это. Кто-то хочет спонтанно выразить. Сказать по этому поводу что-то. Да, Махабаларам прав. Спасибо. Очень важный вопрос обсуждается. Во второй главе Шримад-Бхагаватам, первая песня, там этот текст знаменитый, который заканчивается Шамаева и Кавалам. То есть все то, что не пробуждает у нас интереса к слушанию Шримад-Бхагаватам, это вообще пустая трата времени. Этот вопрос на самом деле часто обсуждается в общинах, как вот мы можем вдохновлять друг друга, вот мы собрались, что нам делать, о чем нам разговаривать. Нам футбол поиграть, или просадов посетить, или в бане посидеть. Что? Что-то нам всем одинаково, это как-то понравилось, вдохновилось. По моему опыту, ну вот, эффект дает такая стратегия, что давайте расскажем, что вас вообще привлекает сейчас в сознание Кришны, почему вот вы прямо сейчас пришли, что вас радует в сознании Кришны. Потому что если бы ничего никого не радовало, они бы и не приходили. Все-таки приходят. Несмотря на то, что может быть не все радует, но что-то все равно радует. И мы призывали преданных делиться тем, что вот в данный момент его вдохновляет сознание Кришны.
И когда преданные начинают делиться, происходит эта вот магия, что их опыт перетекает к другим. Я уж не знаю, как, по какому протоколу это, как бы, через Wi-Fi или через там, сердце в сердце. То есть механизм непонятен совершенно, но его реально ощущают преданные. Просто видишь рядом вдохновленного преданного, просто подойди, спроси, вот это вот то, что у тебя, можешь поделиться, дай мне, можно две, как говорится. И если преданные делятся, да, вот сегодня вот такой киртан был, сегодня вот такая лекция была, правда, ничего не понял, но вот прям вот вдохновение чувства, это уже работает, как ни странно. Я про просад вообще молчу, просад, мне кажется, всегда работает. Чтобы вот поел человек просады такой, стал более унылый, чем был, но это не бывает. То есть, каждый, если поделится, что его вдохновляет конкретно сейчас в сознании Кришны, причем это такое живая будет идея, то есть это будет не теоретическое знание, а вот именно протягшим Бхагаван Хармян, он будет ощущать, этим ощущением поделится, то тогда начинается этот эффект, что он перетекает как и другим, и тоже человек, опа, уже вдохновленный. Даже приходишь на киртан грустный, все у тебя плохо, там что-то где-то соблюлось, но не совсем, где-то там что-то переспал, переел, съел слишком много, а поспал слишком мало. То есть, ну вот увидел вдохновленного преданного рядом на киртане, просто стоит и просто вдохновленный. И раз это переключается в голове. Хотя даже спросить ничего не успел, сказать ничего не успел. Просто вот рядом постоял, здорово, все, раз, все понятно, все видно. Как это работает, я не знаю, механизм непонятен, но он точно работает. Поэтому при этом давайте не ступиться, рассказываем, кого что вдохновляет, и это будет работать. Даже не важно, какой там у кого уровень. Кто хотя бы за просадом пришел, ну пусть расскажет, просад вот съел, ну просто чудо. И все, и кто-то вдохновится. Вот ей же кому-то же помогает. И сразу раз вдохновится. То есть не важно, какой уровень, не важно, какая ситуация. Если человек пришел в храм, значит уже ему здесь что-то нравится. Пусть он этим поделится. Скажи, пожалуйста, что вас вдохновляет на служение. Я знал, что сейчас кто-то... А, кстати, я по секрету скажу, значит, ну, мое служение связано с тем, что постоянно не самые лучшие истории я в них вникаю, вынужден вникать, и в какой-то момент начал покрываться мохом. Таким вот, вообще не трансцендентным, просто мохом. Стал такой бурый, что даже жена на меня так уже так подозрительно смотрела, даже сложно было в одной комнате со мной. Я думал, что ж не так, вроде философию знаю, вроде что-то где-то повторяю, вроде как с преданными там иногда онлайн общаюсь или даже по телефону так вообще постоянно, что не так. И я понял, что ну, мне не хватает такого живого общения с преданными, где я просто преданный, где там не какой-то там юрист, который постоянно какие-то проблемы решает, вообще где меня никто не знает, что пришел как начинающий преданный и просто вот сидел и смотрел на остальных, слушал, может быть там просад пошел. У меня появилась такая потребность, я понял, что мне нужно именно такое общение с преданными. И я нашел на Махату, я живу в Красногорске, нашел там на Махату в Дедовске, где меня никто вообще не знает. Я туда пришел как Бхакта Михаил, просто вот пришел, и вот новый человек. Я получил такое удовольствие вообще, никто не говорит, как-то я будто второй раз в Искон пришел. Хотя там не было ни одного инициированного вредного. Там вот, ну, год-два максимум там преданные собирались, такие энтузиастичные еще. Мне это так нравилось вообще, такой чудесный просад. Они там поют киртан, петь вообще, ну, вдруг они меня услышат. Ну, короче, там музыкально одаренный прям. Потом появилась одна реально, которая хорошо поет, Матаджи. Остальные все, ну вот, видно, что с трудом давалось петь. Мне так нравилось с ними петь вообще, вот просто как вот ощутил какое-то тепло, что вот что-то вот этот мох пропал, а что-то такое полезное появилось. И вот я сейчас очень ценю общение на этой Намахате, туда хожу, божества туда привожу, и мне очень нравится. Хотя казалось бы, ну, перед этим нужно было сказать, что раньше у меня было служение, ну, в Новосибирске занимался, значит, Намахатами, каждый день ездил на какую-то Намахату, это служение... Значит, меня довело до того, что я зарекся никогда больше, ни на какую Намахату я не пойду, все, хватит. Оскомина, аллергия, все, никогда больше не пойду в болото. То есть самые негативные самскары у меня остались почему-то. Ну это из-за меня, понятно, что может быть. Такой процентный я уже был. Вот. И я долгое время, 10 или 15 лет, вообще не ходил ни на какую Намахату, считал, что это какое-то тупиковое вообще какая-то, ну,
вес Висконсина, там невозможно прогрессировать, ну, то есть было очень негативное отношение к Намахате. И Кришна меня поставил в ситуацию, чтобы, что ничего, кроме этого Намахаты, мне это и не помогало уже. Я понял, я пойду общаться с предками, поджал хвост, пошел общаться. И это очень сильно помогло, вот, вот так могу поделиться, как я открыл для себя важность общения с предками, причем без какой-либо там квалификации про это речи не вообще не шло. Просто преданные, которые искренне стремятся к Кришне, им есть чем поделиться, они делятся. И меня это вдохновляет. Вот реально, я от них завишу, я завишу от их общения, прихожу, вот, мне там нравится. А вообще почему? Ну тут много говорить можно, я не буду про это рассказывать, почему ты тебя вспомнишь, что мне здесь нравится, много чего нравится. Много чего не нравится. Но то, что нравится, ради этого стоит идти дальше. Это если в двух словах. Гораздо более достойно. Спасибо. Хари Кришна. Где-то в 92-м году. Я был в Майпуре, и со мной был Айравата Прабху, я с ним, наверное. И какое-то время мы жили у Парангатима, Парангатима это Махарадж из Франции, он интеллигентный. Сейчас я не знаю, где он там, я не жил его сейчас там, уже после. Вот, и он, ну, мы ушли в комнате, он говорит, будет заседание GPC, значит, надо пойти. И, значит, мне тоже туда. Я говорю, английский не знаю. Айравата переведет. И как-то мы туда пошли, на церковь, ну, на живописи. И вопрос обсуждался, один, почему преданные уходят из исхода. Вот. Долго обсуждался. И потом кто-то из Махараджи сказал, потому что они сердце не открывают друг другу. И вот пока это было все как-то формально, вот, ну, заорганизовано, я вспомнил сразу совещание в Генштабе, проходит, это было скучно. И вдруг Шридхар Махарадж говорит, вот сейчас поют по утрам, неправильно пуджу, значит, Туласи пуджу поют, вместо Вишну говорят Кришна. Вот. И тут все оживилось сразу, принесли учебник какой-то там, нашли. Как правильно, Вриндая, Велосадырья и Преди Керсича, Вишну Бхакти Прадеви или Кришну. Там, значит, и когда вот это все оживилось, стали обсуждать какой-то маленький момент из, ну, из песни, все изменилось сразу. Сразу атмосфера какая-то стала такая, что уже уходить не хотелось. То есть сидишь, слушаешь, и какой-то маленький момент из священных писаний, он тут же просто обсуждение чего-то такого. Что касается Кришны, что касается преданного служения, оно все решает сразу же. На Махате, которую мы проводили, ну, благопробие у меня в военном городке, так она не вылазила через забор. Но у нас, во-первых, был хороший посад, там человек 30 приходил, как тогда. Бабушка на Гине лазила через забор. Там уже не пускали, но типа того, что Кришна какой-то появился. А почему? Потому что был вообще, во-первых, был хороший посад. Очень хороший. И что тебе надо, я помню, готовил сабжи, значит, Балкришн готовил этот самый рис хорошо готовил. Ну, в общем, как-то забирались на кухне, и что тебе надо было, Юра спорил, как по философии, готовили просад, и спорили по философии, он такой был любопытный, и что тебе надо. И буквально брали друг друга за грудки, вот как вот в группе Паранхана, есть такой Агипуша, слышали Агипуша, да? Это наш брат в Боге, да, он сейчас какое-то время служил Ниражну Махараджу, ну, был его слугой, хотя Ниражну Махараджу, да. И тоже по философии, вот поверьте, вот здесь на таком этаже, Арчимурти, она переводила, и мы собирались, и по философии обсуждали с Купирадхарой. Можете представить, какой уровень, да? И мы там спорили, и спорили буквально очень долго. Он говорит, я уже, мне завтра лекцию читать. И в конце концов мы приходили к какому-то решению, оказалось все нормально, и мы обнимались и говорили о чинте, о беда-беда-татва. Обсуждение священных писаний – это тот процесс, который, ну, людей сводит и начинает сердце открывать сильно по-настоящему. Хорошо, спасибо. Так, у нас время заканчивалось уже. Ну, это же вот еще хотела. Давайте последний. А вы тоже хотели?
У нас до скольки время? Уже закончилось, наверное, да? Все уже. Хари Кришна, Хари Кришна. Вот я хотела вспомнить, как к нам в Краснодар приезжал Бхактичитани Махарадж, и он нам сказал такую фразу, что в духовном мире вот все эти преданные, которые здесь на Степной, вот вы с ними и будете вместе. Мы думаем, мы будем какими-то там все гопи, пастушками, вот говорит, те преданные, с которыми вы будете в духовном мире. Вот я хотела спросить у вас, вот, как вы видели, вот, почему он так сказал, что он имел в виду. Это первый момент. Конечно. Ну а с кем вы будете еще в духовном мире? Когда мы таким образом смотрим, мы уже думаем, так, если мы будем вечно с ними в духовном мире, надо устраивать с ними вечные отношения, а не временные, да, то есть это заставляет задуматься. То есть это означает, что нужно научиться принимать, да, то есть тех преданных, которые вокруг нас, и ценить их служение, учиться видеть их как слуг Господа, да, то есть и таким образом выстраивать вечные духовные отношения. Вот. А да, какие-то недостатки — это временные вещи, которые, мы, ну, которые преданные постепенно преодолеют, в том числе с нашей помощью, наверное. Харе Кришна. Мы должны души видеть, получается, в них видеть Бога, видеть Кришну в каждой личности. Да, соответственно, да. Относиться. Да, это основа этой культуры, то есть когда мы приходим к преданным, нужно концентрироваться не просто на недостатках, но увидеть, что это души, которые стремятся к Кришне, то есть отталкиваться от этого. Конечно, то, о чем сказала Матаджи Арджуна Прия, что ну, некоторые преданные могут себя странно вести. И, конечно же, это не означает, что мы не обращаем на это внимания, то есть можно это менять. Но очень важно, чтобы у преданных проявилось это тоже настроение, желание себя изменить, тогда как бы легче все становится. Тогда преданный сам заинтересован в изменениях, и если мы даем ему обратную связь, то есть он да, может меняться постепенно. То есть основа так. Является видение каждого, как бы Бога, частички Бога, и, соответственно, к нему отношение. Не вините его там, не гнобите, а понимаешь, что просто он сейчас под такой гуной, он не виноват. И сразу встать не нужно как-то. Да, я еще хотел отреагировать по поводу того, что это на каком-то уровне происходит. Да, конечно, это уровень зрелости, но если есть хотя бы один преданный, который понимает, он может задавать настроение. Даже с самыми вообще людьми с улицы, даже они могут проснуться как души и начать, знаете, ну, искренне что-то говорить от души. Вот. И это, конечно, ну, важный момент, чтобы были преданные, которые могут в группе в такой проявлять да, вот так соответствующее настроение, открывать как бы, ну, сердца людей, помогать им открыться. Если, конечно, это ну, вот, один да, вор, другой алкоголик, третий еще что-то, то, ну, да, у них санга да, произойдет соответствующее. Да. Вот. Не об этом, конечно, речь. Конечно, чтобы проявилась такая атмосфера, нужен носитель, кто-то, кто понимает это и может людей ну, как повернуть да, к такому. Потому что каждый же является душой. Даже самый, так сказать, погрявший человек, его можно, в принципе, ну как, вот если начать с ним разговаривать как с душой, он может начать открываться тоже. Посидит где-то там в углу, а потом вдруг раз, у него там... что-то, да, и тоже искреннее из сердца пошло, это уже признак изменения, да, человека. Постепенно, то есть он начнет меняться. Вот, но если вот такой атмосферы нет, где такое проявляется, да, и есть только, ну, как бы внешнее что-то, то есть мы внешне человека пытаемся, там, не знаю, наказывать, еще что-то, то будет очень сложно, он будет протестовать, будут, в общем... будут сложности да, с ним. Вот. Но ученика менять, то есть помочь ученику измениться, легче гораздо. Да? То есть если у человека есть такое общение, то есть постепенно можно изменить. При обсуждении священных писаний это возникает.
когда мы не просто говорим о ком-то, о чем-то. Естественно, да. Преданные не из ума что-то говорят. Разным. Они не всегда читают что-то из книг Прабхупады. Так, ну ладно, я уже затянул сильно, мне надо остановить. Но это как просто, да, тема для размышлений. Давайте продолжать размышлять, и завтра, может быть, что-то еще продолжим. Харе Кришна. Грантарат Шримад Бхагаватам Ки, Шрила Прабхупада Ки, Витай Гаур Преманандо. Да, 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 да